тем, кто досидел до 2 марта. Что, собственно, со 2 марта будет происходить? Это отрывки из совершенно разных произведений, какие-то самостоятельные, какие-то педагогические, какие-то фрагменты из спектаклей, какие-то фрагменты из экзаменов, там, по вокалу, по сцендвижению. Вот, потому что, значит, засидевшись в пандемию, будь она неладна, пока нас всех в очередной раз не прикрыли, они уже получившие дипломы, они это студенты 4-го курса актерского факультета Института современного искусства, они вот хотят поделиться с вами своим творчеством самостоятельным. Все-таки дипломированные специалисты, как ни крути. Так что прошу любить и жаловать, это будут совершенно разные отрывки из разных произведений. Не сдерживайте своих эмоций, отключите мобильные телефоны. Приятного вам просмотра. Роскошной тиаре, особенно алмазами. Это достаток было увеличие, это все шведский камень. А, тьфу ты напасть, я-то думал, алмазы отихли. Зато там я буду окружена настоящей роскошью. Из чего неопровержимо я сплыл, что никогда не знаешь, когда найдешь и когда потеряешь. А вот это я начинала думать, что счастье начинает изменять мне. Как на сцене тут, как тут появляется этот миллионер из Майами. А совсем он не из Майами, он из Далласа, где золото бьет фонтан. Ну хорошо, что хоть откуда-то. Вы чем дальше раздеваться в ванную сходите. Да только футболку. Кстати, ключ от бутылок вам попадался? Ой, дождик, дождик, посильней! О-о-о-о! Ну, зароем же топор войны, разобьем чашу дружбы и возлюбим друг друга. Ладно. Нет, спасибо. Да ну, такая знаменательная для нас обоих ночь. Вам, ваш, не втянет со всеми его миллионами, мне, малыш. Как представишь, что это будет за блаженство, что он имеет возможность оставаться не самооснованно, но расплатится от счастья. А ваш миллионер из Майами, он-то где же будет, так и предоставит вас самой себе. А у нас с ним будет совсем не то, что у вас с ними. Этот человек джентльмен и уважает меня. Ему достает меня, общение со мной. А большой богатственный раз так одинок, образованный, интеллигентная женщина может наполнить мужчину таким богатым содержанием.
Я вот водки могу дарить, что другой не обиднее. Вот эта красота, она недолговечна, это приходящее состояние, а красота духовная, блеск ума, где бы земля населена. А и не место, не до того, бля, только раз на годами все приводит, И меня ты еще называют. Человек, он без треска, на моем сердце заперто такие большие сокровища. Но я вела себя глупо, я вела перед свиньями. А, свиньями. Свиньями, да. Но я имею в виду не только вас, но и вашими дружками с твоими. Чего ты заходил ко мне? Да, хватил наглости. Сам надежды пересказывать мне все эти наглости. Полнейший злой пыхатель, который добрался от вас. Ну что, я ему сразу выкрала подорожку по всем бракам. Да ну. Но он вернулся ко мне. Он пришел на этот с огромным букетом роз, выпрашивает прощение. Ну и все прощается. Сознательно, да, я думаю, что только если нет прощения. Преднамеренно, что он не сбегал. А все это было до телеграммы или уже после? Сущности говоря, никакой телеграммы не было и в помине. И миллионера вашего просто-напросто не существует. Да и Митч не возвращался к вам с розом. Потому что я знаю, где сейчас. И все это одно ваше воображение, чтоб его черт побрал. Дурацкие выверты, кривляния. Да посмотрели бы вы только на себя. Видели бы вы себя в своих паршивых обносках, словно ряженые на святках. Разжилась тряпьем у какого-то дерьмового старьевщика, корону нахлобучила. Царицей вообразила себя, что ли, а? Но я взялся за вас по-своему с самого же начала. Сколько раз было, что вы вот-вот и задурите голову этому чудаку. Приехала! Засыпала все в доме своей пудрой, забрызгала бухами, духами. Напялил на лампочку бумажный фонарик, вот тебе и Египет, а сама царица Нефертити. Расселась на своем троне, да знай, хлещет мое виски. А я говорю ха, слышите? Ха! 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 Дежурный, дежурный! Дайте, пожалуйста, мне штукаронью. Да. А нужно отправить телеграмму. Да. Записывайте. В отчаянии. В отчаянном положении. Попалась, упадью, попалась. Вы трубку не повесите. Безусловно, что же вы стоите? Пройдите вон, да. Мало вам места? Не пройдете? Вы заградили дорогу, но я все равно как-нибудь вырвусь отсюда. Так-так. И что же вы выкинете на этот раз? Вы что думаете, что я всерьез покушаюсь на вашу честь? Хотя, дайте подумать. А почему бы действительно не побаловаться с вами? Пожалуй, вполне сойдете. А то... Мы назначили друг другу это свидание с первой же встречи.